день. Меня зовут Лысенок Евгений, я директор сети агентств Viking Touristic. Приглашаю вас на инспекцию отеля IC Green Palace. Лобби большое, красивое. Рыбки, аквариум на ресепшене. Инспектировал я данный отель в прошлом году. Посмотрим, что изменилось по сравнению с прошлым годом. У нас будет больше времени для того, чтобы все посмотреть. Минус первый этаж, шопинг-центр. Здесь можно сделать покупки, украшения. Здесь же находится главный ресторан. Сейчас он закрыт. Добрый день, это Яна, это представитель отеля IC Green Palace. Она скажет пару слов о своем отеле. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш отель. Наш отель находится практически в центре Анталии, недалеко от аэропорта, всего в 25 километрах от центра Анталии. Отель в основном принимает гостей для семейного отдыха. Территория наша очень красивая, зеленая. Здесь находится более 300 видов растений. Поэтому добро пожаловать к нам в отель. Будем рады обслуживать вас здесь. Ян, спасибо большое. Очень приятно было посмотреть. До свидания. Хорошей работы. Бар. Находится он на ресепшене. Проходит вечера живой музыки. Территория отеля. Много деревьев, пальмы. Мы с вами находимся на территории. Здесь готовят что-то. Дым, гриль. Пахнет мясом. В тайском стиле. Остров на воде. Плавают рыбы. Проходит шоу-программа, анимация работает. Есть свой аквапарк, вот они, горки. Аквапарк, три горки. Там же рядышком находится закрытый бассейн под крышей для деток. Детская площадка. Горки, качели. Судя по всему, здесь детки занимаются рукоделием, рисуют, лепят, делают поделки. Футбольное поле. Красивая зона отдыха. Номер 972, тип номера кварт. Это двухэтажные. Ага, не двухэтажные. Здесь ванна. Одна большая кровать. Покрытие здесь. Паркет, телевизор. Есть чайный уголок. Центральное кондиционирование. Разложить одну, чтобы вы посмотрели, как это. Да, я тоже думаю, что балкон с выходом на территорию, вид на бассейн. Балкон большой. Такая раскладная кровать.
Здесь максимум 4 человека, может быть. И там ставят еще одну. Территория отеля большая. Много деревьев. Вот они, теннисные корты. 1, 2, 3, 4. 4 или 5. Тайские статуи. Мы с вами продвигаемся дальше на пляж. Мы с вами на пляже. Открывается прекрасный вид на горы. Видно их. Вот, смотрите. В дымке очень красиво. Здесь у нас песок. Мелкозернистый. Лежаки закрытые от солнца. У отеля есть свой понтон. Мелкая-мелкая галечка. Видите, какой он. На пляже есть бар. Возвращаемся с вами по другой дороге. Посмотрим, что здесь еще есть. Интересно, здесь какое-то кафе подготавливают. Перед нами какое-то здание. Посмотрим, что это такое. Территория красивая, мне нравится здесь. Красивые деревья, купированы в виде колонн. Это еще один бар. Здесь можно покушать, вот раздача еды. Ресторан-бар возле бассейна. Сейчас уже ничего нет, он здесь вот готовит гамбургеры, фастфуд. Номер 3101, Family. Вот одна комната, здесь диван, телевизор, балкон, центральный кондиционер. Идем дальше. Покрытие здесь ламинат или паркет. Вот вторая комната. Комната закрывается дверью. То есть здесь есть, получается, центральный зал. Телевизора здесь нет. Окна. И давайте третью комнату. Здесь одна большая кровать. Есть телевизор, есть еще один балкон. Сейчас посмотрим виды с него. И здесь две ванные комнаты. Первая. Ванна. И два санузла, слышу. Да. Чайный уголок. И вот он, выход на балкон с видом на территорию соседнего отеля «Венеция», на пляж с видом на море. Балкон вытянутый, узенький. Второй санузел. Здесь уже у нас душевая кабина. Это у нас второй балкон. Он длинный, вытянутый, с прямым видом на море и на территорию. Большой балкон. Вот он, пляж. Кафе. Батуты. Сетка морская для ловли рыбы. Игровая комната. Стоят автоматы. Летающие какие-то яйца. Здравствуйте. Вот какая она большая. Здесь две боулинг-дорожки. Хорошо. Обязательно в следующий раз. Айс-кафе.
Здравствуйте. Смотрим, что у нас тут есть. Чай, кофе, спиртные напитки. Десерты, сладости. Возвращаемся с вами на ресепшн. Посмотрим еще бассейн. Здесь проходила только что анимация. Люди занимались спортом прямо в бассейне. Вот такой интересный у них фонтан. Еще один бассейн. И здесь бассейн для совсем маленьких. Велотренажеры стоят, можно покачать ноги. Это третий бассейн у нас на пути. С этой стороны посмотрите, какая территория красивая. Много зелени. Мои коллеги меня немного обогнали. Уже движутся к выходу. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысенок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.